Задевать чужие чувства может быть опасно, особенно если человек, которого вы обидели, переживает большое горе. Житель Новоульяновска поругался со своим бывшим отчимом, который неуважительно высказался в отношении покойной матери парня. За это оскорбленный новоульяновец напал на мужчину. Он нанес ему множественные телесные повреждения по различным частям тела, в том числе по голове и, соответственно, по телу. Результатом причиненных повреждений стала закрытая черепно-мозговая травма, также переломы ребер. От данных повреждений впоследствии потерпевший скончался в медицинском учреждении. Свою вину подсудимый признал. Его показания подтвердили очевидцы и результаты судмедэкспертизы. Ульяновский районный суд вынес жителю Новоульяновска обвинительный приговор. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Новоульяновец посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Однако приговор по результатам рассмотрения остался без изменений и вступил в законную силу. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.